все это. Идемте. Замастерим плеточка. Ну, как ты думаешь? Замастерим. Пойдем. За дровами. Так, откуда дровишки? Мы здесь. Оп. Вести вам. Вот она. За следом ходит. Волчок. Да, волчок. Ты что за следом ходишь? Так, я думаю, нам этого должно хватить. Пошли. Thank you.
Готовим дрова и погнали. Что там у нас, костерочек? Готов. Вроде все принесли. Маслица. Так. Дадим немножко нагреться. Низко пошло, третьим верхом доводим до готовности, потом морковочку, ну а потом уже вниз жарить. Привет. Хулиганская морда. Ну, друзья, у нас первая часть готова. Лук, мясо, морковка. Сейчас будем закладывать рис. Рис у нас был предварительно помыт, замочен. Длиннозерный. Так. Секунду. Оп. Thank you.
разравниваем по краям из растопленного масла. И заливаем все это дело водичкой через шумовочку. Как раз чайничек нам. Ну, в принципе, все. Вот такая у нас красота. Закрываем все это дело крышечкой и оставляем на 30 минут. Должно получиться очень-очень вкусненько. Готово. Давайте посмотрим. Вот такая красота. Сейчас я вам покажу, как это будет на среднем. Не пригорело. Все замечательно. Ну что же я, в преддверии 8 марта поздравляю всех дам с праздником. Приятного аппетита и за стол. Пока-пока. Увидимся.